Доброе время суток! Приветствую вас на последней, четвертой лекции в модальности бихевиоризм. Так, давайте приступать. После трех первых встреч, где мы много говорили про теорию, я говорила про теорию бихевиоризма, сегодня я для вас приготовила две диаметрально противоположных тем. Это философская основа бихевиоризма. Мы сегодня чуть пофилософствуем. И в противоположность этому мы посмотрим на прикладные области бихевиоризма. Где же сегодня, после того, как вы окончите академию, можно применять эти знания конкретно на примерах? Почему я хочу поговорить о философской базе бихевиоризма? Потому что в психологии бихевиоризм, хотя является классическим направлением, очень сильно критикуется, потому что психология — это наука о душе. И я хочу показать истоками, представив вам несколько философских школ, на которых базируется бихевиоризм, показать вам, что идеи бихевиоризма, они не новы, и они очень распространены, и, в принципе, жизнь так без них, в принципе, невозможна. Но они не исключают, это не единственный правильный, ни в коем случае, правильная перспектива на психологию или на существование. Поэтому очень интересно посмотреть, где же истоки в философских школах, истоки бихевиоризма. Я вам представлю... Давайте начинать с философской стороны, да? Истоки бихевиоризма можно увидеть, или очень похожие идеи, в основном в двух сплавах из двух философских направлениях. Это позитивизм и прагматизм. Я думаю, что философия прагматизм, это абсолютно само слово уже объясняет, о чем идет речь, а вот позитивизм иногда воспринимается не совсем корректно. Позитивизм в этом случае — это не позитивная психология, потому что мы говорим о философских школах еще античного времени. Позитивизм — это школа философии, которая утверждает, что мир можно и нужно познавать, но при этом стоит избавиться от ненаблюдаемого. И для меня это, в принципе, бихевиоризм, описанный одним предложением, поэтому точно не Вотсон был прародителем этой идеи, а намного раньше. И школа позитивизм, она родилась также из очень известного в Римской империи античной школы под названием стоицизм, да, стоики. Сейчас это очень модное распространение в жизни философии, у него как бы такое возрождение сейчас происходит. И основы были заложены именно этой школой, и стоики, как и вся философия, они смотрели, конечно же, на вопрос истины, в чем заключается истина, в чем могут быть критерии, как можно познать истину. И они тоже, точно так же, как бихевиористы, или, скажем, бихевиористы точно так же, как и стоики, сказали, что с их точки зрения познание означает отказ от принятия чего-либо на веру. Да, наверное, вы знаете выражение «тот, кто верит, тот не знает». Да, вот это вот и имеется в виду, это очень поддерживает их мысль, что только узнав что-то, а теперь мы поговорим о том, как же можно что-то узнать, можно познать истину. И одной веры как бы недостаточно, да? Так считали стоики. Я думаю, что бихевиористы на них очень полагались. Значит, чтобы, если мы хотим знать, а не просто верить и представлять, то для этого нам нужно доказать то, что мы, или доказать существование того, о чем мы говорим, на практике. А как это сделать? И тут опять-таки, в принципе, описание методик бихевиоризма. Да? Мы должны исследовать конкретные явления,
описывать, у нас должна быть возможность описать то, что мы исследовали. Эти явления должны быть наблюдаемыми, да, то же самое, как и в бихевиоризме. Мы должны иметь возможность измерить их как-то, понаблюдать, посмотреть и, например, взвесить, размерить, посчитать. И, в принципе, таким образом вот эти вот истоки позитивизма, стоизм как таковой, они определили эмпирический характер в принципе всех наук, и бихевиоризм потом это привнес в психологию. И если вы сейчас зайдете в книжный магазин, я уверена, вы увидите очень много таких новых книг по тематике стоизм, как бы это всегда присутствует у нас в жизни, и очень много там интересных идей, конечно, у всех свое мнение на них. Но это явная параллель и очень близкий подход, особенно к научному изучению явлений и к нахождению истины. Также для позитивизма очень важно все размышления о философских концептах иметь возможность их применять в практическую деятельность человека, да? Поэтому как бы между философией, философия позитивизма, она в принципе отказывается от философии. Они говорят, ну нужно думать о том, что можно применить. И опять-таки это очень сильно похоже на, и на классический, и на консервативный бихевиоризм. Давайте обобщим. Значит, основная цель позитивизма — это получение объективного знания. Да, напоминаю, в бихевиоризме было очень важно, что предмет изучения психологии можно изучать объективно. Да? Они не хотели пользоваться методами интроспекции, самонаблюдения. Это должно быть объективно, наблюдаемо снаружи. И общий принцип в позитивизме, в философии, да, не в психологии позитивизма, а в философии, общий принцип — это избавление от всего излишнего, то, что не может быть обосновано экспериментально, эмпирически, потому что это просто бесполезно. Да, вот если грубо сказать, это такой общий принцип позитивизма. И если мы посмотрим, что для них было два главных фактора описания науки, то это, во-первых, что можно провести эксперимент, да, можно то, что, о чем мы говорим, познать опытным путем, и опытным путем можно познавать только то, что нам дано непосредственно, да? То, что, в принципе, мы можем наблюдать, а не наши эмоции и мысли. И второй момент, как описывают позитивисты или философы этого направления, как они описывают научный подход, они говорят, что очень важно, чтобы в научном подходе применялась научная методика. А в их случае это метод логического анализа. Что такое логический анализ? Это опять-таки очень объективный метод, которые бихевиористы постоянно и применяли в их экспериментах над зверьми, да, и потом их переносили на людей. Вот, в принципе, я думаю, что бихевиористы взяли именно позитивизм и просто его перенесли на психологию, и этим самым сделали прорыв в науке психологии, сделали ее естественной наукой, да. А второе направление, на чем базировались бихевиористы, это прагматизм. Прагматизм, философская школа прагматизма, название само за себя говорит. С точки зрения прагматизма, истиной или идеей состоит не то, что соответствует реальному положению дел. Это как бы не важно, соответствует это или нет. Важно, полезна ли истина для решения практических задач. Поэтому мало философий, я вам скажу, знаю я, которые настолько прагматичны, как вот именно позитивизм и сам прагматизм, которые, в принципе, вопреки всем философским школам смотрят исключительно на
ну, на полезные области жизни, на явления, которые решают проблемы. Это вот о чем идет речь в прагматизме. И наши прагматисты говорят, что наши идеи и теории должны быть не образы реального мира, не то, что мы себе представляем, а наши идеи — это и есть инструменты, с которыми мы можем выживать и которые нам помогают достичь успеха. Поэтому я не буду сейчас углубляться в философию совсем, но посмотрите вот эти два направления — позитивизм и прагматизм — это очень интересно. И, наверное, заканчивая эту вот часть у философии, скажу самое главное предложение прагматизма: только если идея помогает решить стоящую перед нами практическую задачу, то она и есть истина. Могу себе представить, что некоторые религии или некоторые направления или некоторые мысли будут этому противоречить, да, но это очень интересная перспектива, которую имеет смысл иметь в виду. Я вам сейчас покажу на примерах, мы сейчас перейдем к прикладным областям бихевиоризма, именно на примерах, где же применяется бихевиоризм, потому что в этот момент и нужно одевать очки вот этих вот позитивистов и прагматистов и стараться наблюдать мир без, какое же они использовали слово, без идей, да, без вымыслов, без теорий, хотя нету ничего более практичного, чем хорошая теория, да. Сейчас я вам покажу те области, в которых мы будем проходить, в которых мы посмотрим практическое поведение, не поведение, а практическое использование идеи бихевиоризма. Сегодня мы посмотрим только 4, как вы видите, там 3 жирных точки, их огромное количество. Я сама работаю, как вы знаете, в бизнес-консалтинге и в данный момент тоже на протяжении почти 20 лет. И применяю части именно из экономической психологии, по образованию экономический психолог, где бихевиоризм является большой частью. Их громадное количество, этих областей. Но сегодня мы посмотрим 4, которые, во-первых, считаю довольно-таки широкими, довольно-таки актуальными особенно в рабочем мире, и где бихевиоризм является центральной базой. Конечно, эти прикладные области, они не исключают применение других перспектив, но бихевиоризм там как бы находки именно известных научных работников бихевиоризма, они играют очень большую роль именно вот в этих областях. Мы пройдемся по ним, и в каждой области несколько примеров я вам назову. Давайте приступать к первому. Беру картинку. Значит, первая область, где можно применять знания, которые мы с вами коротко так посмотрели в 3 предыдущих лекциях, это любые области, где требуется анализ поведения, наблюдение поведения. И потому что делали бихевиористы? Они наблюдали за поведением животных, и только те вещи, которые они могли видеть, они измеряли, записывали, фиксировали, документировали и потом делали какие-то из этого умозаключения. Поэтому любая область, где вы видите, что речь идет о поведении, нужно его понять. Там, я уверена, знания бихевиоризма вам очень помогут. И после того, как поведение наблюдается, также любые области, где речь идет о обучении, где нужно улучшить методы обучения, посмотреть, успешно ли применяемые методы. Это опять-таки подход бихевиористов, потому что, как вы помните, многие известные ученые в этой области, они работали именно над
процессами обучения. Да, мы помним про кондиционирование, про классическое кондиционирование говорили мы в предыдущей, в лекции 3, и, конечно же, оперативное кондиционирование. И вот сейчас в этой области, область анализа поведения и метода обучения с точки зрения бихевиоризма, мы посмотрим один пример. Это пример из терапии. И я вам зачитаю этот пример и попрошу вас посмотреть, узнаете ли вы в этом примере одну из... Кондиционирование. Какое кондиционирование вы увидите в этом примере? Посмотрите, пожалуйста. Метод, который я сейчас зачитаю, он называется прикладной анализ поведения, PAP, или на английском ABA, Applied Behavior Analysis, и вы будете в литературе часто встречать на русском языке тоже английское название, вот это вот ABA, оно появляется, в принципе, на русском его читать можно как AVA. И этот метод терапии, он предназначен для людей с нарушениями развития и прежде всего терапии расстройств аутистического характера, да, аутизм хорошо поддается работе или терапии именно с применением этого метода. Сейчас я вам зачитаю, как этот метод выглядит. Он применялся для работы с детьми с аутизмом, и где-то впервые он был использован в 70-е годы в Америке. И в основу была взята как раз идея бихевиоризма, что любое поведение влечет за собой некоторые последствия. Да? Мы же говорим, что самой главной моделью Вотсона была модель стимула реакции. Да? Любое поведение за собой влечет некоторые последствия. И если они думали, что если ребенку последствия эти нравятся, то он будет это поведение повторять. А если последствия его поведения не нравятся, то он их не будет повторять. Теперь вопрос к вам. Какой тип кондиционирования вы в этом узнаете? Что поведение ребенка контролируется последствиями, которые могут быть или приятные для ребенка, или неприятные. Какой тип кондиционирования это может быть? Напомню, у нас было два типа. Классический, Павлова мы на него посмотрели, и оперантное кондиционирование. Ну, я буду читать дальше примеры, а вы можете для себя ответить, вам же не обязательно писать, я потом скажу правильный ответ. Итак, при правильном подходе... Все сложные навыки, не при правильном, а при этом подходе в терапии PAP, все сложные навыки, а для аутистов сложные навыки, такие как речь и даже умение смотреть в глаза, например, все сложные навыки разбиваются на микродействия. И каждое микродействие разучивается с ребенком отдельно. Помните, мы тоже в каком-то моменте мы смотрели методы приближения, да, что по чуть-чуть. В принципе, цель в этой терапии была бы, чтобы ребенок научился смотреть, ну, ему было приятно смотреть другим людям в глаза, или научился, улучшил речь, но вот это вот умение разделялось на маленькие, разбивалось на такие микродействия, и каждое микродействие оно разучивалось отдельно. И потом микродействия соединялись в цепочку, образуя уже вот то целевое поведение, например, улучшение речи. И правильные действия, да, когда ребенок произносит какой-то звук, подходящий к ответу на какой-то вопрос, вот эти вот правильные действия закрепляются до автоматизма. А неправильные строго пресекаются. Вот я не совсем уверена, насколько строго можно пресечь, что делает ребенок, но вот так в этом методе описано. И
и для достижения желаемого поведения используют подсказки и подкрепления, да, чуть-чуть помогают ребенку на пути к правильному ответу. Это тоже мы знаем, в бихевиоризме не исключалось. А закрепленный навык считался только тогда закрепленным, когда ребенок смог это выполнить действие без ошибок в 80% ситуаций. Да, это тоже очень, помните, в методе обучения у бихевиористов было сказано, что сложность задания должна была быть таковой, что только 5% задач не решено. Здесь мы говорим о 20%, но также закреплялось новый вот этот навык или поведение, которое приводило в итоге к, например, улучшению речи, закреплялось тем, что ребенок мог выполнять это в 80% случаев правильно. И в более раннем возрасте коррекция какого-то нежелательного поведения более эффективна, потому что такое поведение еще не успело закрепиться. Есть разные перспективы, это очень эмоциональная тема применения этого метода в психологии, но нужно сказать, что особенно у детей, у которых абсолютно в аутизме нету реакции, которые не используют речь, эта методика работает, есть студии, которые это доказывают, но самая главная критика, как и в принципе критика в сторону бихевиоризма, есть, что здесь все-таки этот метод, он как-то похож на тренировку, как на тренировку, на дрессировку он похож, да, как со зверьми, опять-таки, бихевиоризм, он не видит большой разницы между людьми и зверьми, и поэтому большая критика, многие терапевты не хотят применять это, потому что не желают дрессировать. Но с некоторыми детьми это может быть очень продуктивным методом, да, и что важно в этом методе, важна кооперация между терапевтом и родителем. Давайте вернемся к моему вопросу, да, значит, здесь поведение ребенка было разделено на маленькие части, и правильное поведение после того, как поведение ребенок показал, оно поддерживалось позитивной реакцией какой-то, да, может быть, ему, я не знаю, может, ему давали какую-то сладость, но это опять-таки как, похоже на дрессировку, и это все-таки оперативное кондиционирование. Да, это программированное обучение своего рода, когда маленькие задачки решаются и сразу дается фидбэк, дается ответ, было это правильно или нет. Вот. И отсюда, в принципе, выходит и программированное обучение, точнее, это как бы пример программированного обучения, и это можно также назвать, вот этот метод, таким не очень приятным словом поведенческая инженерия, она тоже выходит из бихевиоризма или поведенческая терапия, и, может быть, эту модальность я буду вести в следующем семестре, посмотрим. В принципе, когда вы слышите поведенческая инженерия, звучит как что-то, когда людей меняют, речь идет о вот такого рода программированном обучении маленькими шажками с подтверждением или с каким-то негативным стимулом. Это может быть даже и оценка, да, мы не говорим о дуре, а не всегда. Это был пример один, как применяют бихевиоризмы в наше время в области анализ поведения и метод обучения. Пример был из терапии. И сейчас мы тоже посмотрим, мы остаемся в этой же области, область анализа поведения и метод обучения. И я вам приведу пример из области управления персоналом, конкретно подбор кадров отделом кадров. Как вы, наверное, многие знаете, там часто в отделах кадров часто работают психологи. Я могу представить, что некоторые из вас, наверное, тоже из отдела кадров и знают это прекрасно. Но не все знают, что именно бихевиоризм — это такая хорошая база или важная база в подборе отделов кадров, в подборе персонала. Потому что, чтобы подобрать персонал, важно четко провести анализ заданий, вот анализ задач, которые стоит выполнять новым работникам,
анализ вакансий, да? А что такое анализ вакансий? Это не что иное, как собирание информации, которая поможет компании понять, какие сотрудники могут лучше всего выполнять определенную работу. И здесь, как вы себе можете представить, конечно же, речь идет об очень объективном описании процесса работы. И, конечно же, процесс анализа работы, он включает в себя собирание информации. Работники отдела кадров, они должны общаться со многими людьми и собирать эту информацию, например, о обязанностях, да, о задачах, выполняемых именно этой должностью, о каких-то характерах, условиях работы. Но информацию они должны собирать только ту, которую можно по-настоящему наблюдать, измерить, сравнить. А это все постулаты, опять-таки, бихевиоризма. И я сказала, да, что описание должно быть таковым, чтобы можно было объективно сравнить несколько кандидатов на эту вакансию после того, как есть описание самой вакансии и есть описание кандидатов. Вот оно, практическое применение бихевиоризма. И приведу вам пример. Если вы говорите, что или в каком-то отделе кадров ищут человека в машиностроительную отрасль, как сравнить двух кандидатов, которые оба из этой области? Нужно называть конкретные примеры, что, например, опыт работы в какой-то определенной области машиностроения должно быть не меньше 5 лет. Вот что можно измерить, вот где сидит бихевиоризм. И также, когда вы сами пишете свое резюме или кому-то представляетесь, чтобы донести до человека конкретно, в чем же ваша заслуга, в чем ваше умение, вы будете, скорее всего, говорить очень такими наблюдаемыми, измеряемыми терминами. Да? Вы можете сказать, я управлял командой из 10 человек. Да? Вот он бихевиористический, экспериментальный или такой наблюдаемый подход к реальности. Давайте пойдем дальше. Это было 2 примера из области наблюдения. А теперь очень такая... Сейчас она становится известнее, но довольно-таки новая область, в которой бихевиоризм не является единственной базой теоретической, но одно из очень важных — это так называемая поведенческая экономика или behavioral economics. И это направление экономических исследований. Да, мы уходим довольно-таки далеко от психологии, но оно изучает влияние социальных, а также эмоциональных факторов на поведение людей в сфере экономики и на принятие экономических решений. Вы видите, это уже не совсем бихевиоризм, потому что мы говорим о принятии решений, но все-таки центральное здесь это поведение людей в сфере экономики и не только индивидуумов, а также учреждений, больших компаний, маленьких компаний, чтобы смотреть в итоге, как такое вот поведение индивидуумов и групп в экономической ситуации может влиять на уже более большие рыночные числа, такие как ценовая политика, прибыль, распределение ресурсов. И все это все-таки со стороны с применением знаний о психологии, но психологии с перспективы бихевиористов. Я сказала, что эта область, не поведенческая экономика, она базируется не исключительно на бихевиоризме, это область на стыке когнитивной психологии и бихевиоризма, потому что мозг — это очень важная часть в этой науке. Мозг является такой информационно-обрабатывающей машиной в поведенческой экономике. И рассматривают, опять-таки, какие стимулы более такого экономического характера на, например, людей и их реакцию. И рассматривают это с применением знаний о мыслительных процессах. И поэтому именно поведенческая экономика сказала, что мы, люди, все-таки
не очень рациональные существа, и поэтому есть очень известная теория в области поведенческой экономики, теория ограниченной рациональности, да, и она говорит о том, это такой важный постулат, который изменил экономический подход к поведению людей в каких-то экономических ситуациях, на рынке, да, например, изменил полностью, потому что эта теория доказывает, что люди стремятся к удовлетворению, а не к к полезности. Потому что, объясню, экономисты, если вы говорите с математиками, экономистами, они считают, что вот самая лучшая модель, самая рациональная, самая полезная, она и должна, или предложение самое рациональное, оно и должно вызывать интерес у людей. А поведенческая экономика, она сказала, нет, мы не рациональны, и мы смотрим, что нас удовлетворяет, а не как можно максимировать, вот я сказала это слово, максимировать полезность. И этим самым они, в принципе, ну, внесли такую нестабильность в экономические теории, вот поведенческая экономика, и этим самым фокусируется поведенческая экономика именно на аномалии по отношению к привычным представлениям о поведениях людей на рынке, в каких-то в ценообразовании, в потреблении ресурсов. И хотя это звучит так, поведенческая экономика, посмотрим, как люди себя ведут, это по-настоящему не какая-то занимательная психология, это настоящая наука, у нее есть свои математические формулы, эта дисциплина изучается во многих высших учебных заведениях, и как вы можете себе представить, это, в принципе, очень такой интересный инструмент для модификации нашего поведения, особенно поведения потребителей в общем, ну а также это очень серьезный инструмент для политики. Поэтому, если кто-то сейчас размышляет, чем заняться после окончания академии, вот это вот область, которая сейчас набирает шаги, и я вижу в разнообразных корпорациях применение behavioral economics, поведенческой экономики. И тут мы переходим уже к следующей области применения. Она вытекает по логике рассказа, она вытекает из поведенческой психологии, поведенческой экономики, но она появилась намного раньше. Это психология рекламы. И вы помните, что Вотсон — это основатель бихевиоризма, мы о нем говорили в первой и во вторых лекциях, который манифест написал, который сказал, что был академиком очень известным, одним из самых выдающихся академиков 20 века. И он также был известным, он был даже президент Американской психологической ассоциации, но из-за его личной жизни, вы знаете, там были истории с его детьми, и не только развод, но и то, что его вторая жена была его ассистенткой. Из-за этих личных причин ему пришлось покинуть академический мир, и вот как раз Вотсон двинулся после этого в область рекламы. Получается, он и основатель бихевиоризма, и он же был первым из психологов, который обратился в сторону рекламы. Он стал работать в рекламном агентстве, но, если честно, там больших успехов он не добился, и он даже сам говорил, что это очень сложно было. Сейчас я зачитаю одно предложение. Как он об этом говорил? Он говорил, что теоретически я изучал этот вид животных, говоря о людях, в течение всей своей жизни, а практически я не знаю, как подойти к нему. Потому что когда он попытался применить свои теоретические знания для продажи кофе или для продажи, что он там еще продавал, то он увидел, это не приносит большого результата.
Одно из таких приятных объяснений, почему это у него не получилось, это то, что ожидания владельца рекламного агентства, куда он поступил работать, было, что Уотсон будет влиять на сознание клиентов и использовать для этого свои психологические знания. А он не хотел, он хотел решать проблемы и как бы улучшать своими знаниями рынок. Но неважно, как успешен был Уотсон, в принципе, психология рекламы — это очень, вы знаете, большой раздел, и есть такая профессия, которая в России, например, насколько я знаю, не распространена, очень мало специалистов в этой области, называется она психолог по потреблению. И это специалист, который как раз вот и занимается анализом человеческого поведения, очень похоже на поведенческую экономику, но поведение и мотивации к потреблению именно одного какого-то конкретного продукта. Да? Поэтому он и связан с рекламой. И вот своими изучениями мотивации и поведения человека в потреблении этого продукта он дает маркетологам и рекламистам как бы базу для их дальнейшей работы. Да? Он больше является консультантом для маркетологов и рекламистов, которые делают дизайн. Но, конечно же, очень часто хорошие маркетологи, они знают процессы, они применяют именно эти подходы, которые корнями уходят в бихевиоризм, подходы психолога по потреблению. Важно понять, что сотрудничая с таким, вот почему-то в России эта профессия не распространена, но я думаю, у нее очень большой потенциал, потому что сотрудничая с таким специалистом, компания может увеличить удовлетворение потребителей, конечно же, но и может повысить рост продаж, но может также и не может, а это одна из целей, сократить издержки от неработающих маркетинговых компаний, да, потому что вы, как все можете представить, работая с маркетологом, интерес там такой заработать, ну, провести как можно больше компаний, сделать бизнес-кооперацию, продолжать. А вот именно психолог по потреблению смотрит на то, что же это приносит. Это очень бихевиористский подход и измеряет результаты. Я вам покажу, сколько областей, потому что это тоже одна из областей, в которой я работаю в данный момент, но не на российском рынке. В каких разных областях можно психологу по потреблению работать. Психолог по потреблению всегда рассматривает как стимул какого-то своего рода поставщика, да, ну, это такое обобщение, это с левой стороны, и клиента. И вот поставщиком могут быть не только личные потребители, это, конечно же, и компании, но и общественные организации. Поэтому психолог по потреблению должен рассмотреть для компании, для которой он работает, все вот эти вот 9 полей, да, потому что потребитель получает возьмем информацию, не будем исключительно бихевиористами, информация от другого потребителя. Это будет область C2C, потому что на английском потребитель — это consumer. Компания производит что-то, но она может ее продавать как и одному потребителю, но она может ее продавать и другой компании. Это совсем разные перспективы для оценки отношений между этими видами поставщика и клиента. И вот психолог по потреблению может рассматривать их всех, у него есть знания именно структурирования портфолио компании и нахождение, в принципе, лучших шагов для того, чтобы добиться цели в каждой из этих сфер. У вас будут эта презентация, если захотите посмотреть структурирование. Сейчас мы подходим к следующему, очень такому тоже интересной области применения. Она называется биологическая обратная связь. Да, и вы видите на картинке,
Что такое биологическая обратная связь? Это технология, которая с помощью микропроцессоров, таких вы не совсем видно, на первой картинке вы видите, что у пожилого мужчины, у него на пальцах такие одеты микропроцессоры, а у женщины с правой стороны, у нее на голове они прикреплены. С помощью этих микропроцессоров, которые подключены к компьютеру, человек может наблюдать свои же личные физиологические процессы. Получается, используются какие, что он может наблюдать? Как реакция на зрительные, слуховые, какие-то другие сигналы, у человека есть физиологическая реакция. И вот в компьютере он видит, что же с ним произошло, и какая была реакция его организма, потому что это, конечно, прекрасно, что у нас на все есть реакция, да, но многие из реакций мы даже не можем сами осознавать. И вот этот подход или эта технология, этот метод, который используется и в лечении, и в профилактике, он называется биологическая обратная связь. И речь идет о том, что мы с помощью компьютера можем читать свое тело. Да? Мы можем увидеть, какая конкретная реакция, на какой стимул у нас есть. И более того, мы можем и мониторить свою реакцию в режиме реального времени, но и также изменять ее. Например, возьмем пример страха у человека. Когда человек испуган, у него есть напряжение мускул, и он видит на компьютере, насколько его мускулы сейчас напряжены. И, например, страх появляется из-за того, что он увидел какую-то картинку, которая ему показана. И человек сам учится, также смотря на эту картинку, показатели своего физиологического ответа менять. Потому что он может попробовать расслабиться и видит, о, показатели пошли вниз. И тут идет, ну как бы мы переворачиваем подход бихевиористов, они смотрели, какой стимул вызывает какую реакцию, а в биологическом фидбэке или в биологической обратной связи в этой технологии люди учатся сами менять свои физиологические, ими управлять своими физиологическими ответами. Другими словами, эта технология, она для человека своего рода физиологическое зеркало, и в этом зеркале, в компьютере отражаются внутренние наши процессы, которые мы не можем по-другому осознать. Я считаю, что это тоже такая технология, у которой очень много потенциала для лечения разнообразных или для профилактики разнообразных болезней, например, для пожилых людей, у которых начинаются ослабление мышечной силы, да, это тоже какая-то тренировка. Получается, это и поддержка в работе, например, с фобиями, со страхами, это даже поддержка в работе с высоким давлением, когда человек, в принципе, учится сам что-то менять в себе, физиологически, что влияет на, например, биение сердца. Значит, с помощью вот этого есть определенные курсы, как какую-то проблему можно решать этим подходом, и человек учится усилять или ослабевать определенный физиологический показатель. Сейчас я посмотрю тоже, какие-то могут быть показатели. Это мышечная активность, мы сказали, это дыхание, да? Даже дыхание измеряется, и вы знаете, что, ну, неспроста говорят, вздохни, да, сделай вдох, когда нужно успокоиться. И если человек учится вместе с этим аппаратом, как влиять на свое дыхание, он, конечно, уже избежит очень многих стрессовых ситуаций, например. Да? Также они измеряют кровоснабжение сосудов, сопротивление кожи. Это то, что изучал Вунд еще с детьми, да, что есть реакции на какие-то неприятные эмоции, или не неприятные, не эмоции в бихевиоризме, а сигналы тем, что есть такое напряжение, сопротивление кожи.
потом сердечные сокращения, и даже мозговая активность может измеряться, и высказывание приверженцев вот этого метода, что мы можем активно это все менять и этим управлять. Считаю очень интересно, я на себе это никогда не пробовала, но с удовольствием бы попробовала. И теперь, подходя к концу нашей модальности бихевиоризм, я хочу вернуться к вопросу, и спасибо за многочисленные ответы в Direct, некоторые ответили под видео на этот вопрос, который я задала в конце третьей лекции. Вопрос был таков: в чем, по вашему мнению, самое значительное отличие людей от всех других организмов, живущих на планете Земля? И много интересного ответили, было много эмоциональных ответов, где, поскольку вопрос был задан со стороны бихевиоризма, где вы сравнивали людей, зверей, что мы... Очень много эмоциональных ответов, я их все абсолютно понимаю. Но если посмотреть на этот вопрос с точки зрения бихевиористов, я хочу вас попросить посмотреть вокруг себя, что вас окружает. И я исхожу из того, что 99% всего вокруг вас — это вещи, мы разумные, это вещи, созданные людьми. Я прочитаю комментарии «мы разумные». Абсолютно согласна, но бихевиорист сказал бы что? Сказал, а как это можно понаблюдать? Да, как это можно измерить нашу разумность? Да, образное мышление, тоже абсолютно согласна. А как это можно увидеть снаружи? Да? Как это можно объективно, вот вам перспектива бихевиористов, как это можно объективно измерить наше образное мышление? И я вам предлагаю вот такое вот решение. Поскольку все вокруг вас создано людьми, то я считаю, ну или скажем, если бы я была бихевиористом, я бы сказала, что только люди и ни одно другое живущее существо на планете могут создавать то, что они себе представили. Вы не увидите ни одного другого существа, который на планете Земля, который создал компьютер, лампочку, бокал, воду в бутылке, я не знаю, ручку. А все, что вы видите вокруг себя, это все создали люди, и я думаю, со мной согласятся бихевиористы, это очень четко наблюдаемая разница между нами и всеми остальными существами. Вы можете сказать, что птицы, они плетут гнезда, да, например, но вы же понимаете, что все птицы одного вида, они плетут одинаковые гнезда. А вот мы, люди, можно наблюдать, что на протяжении нашей истории мы создавали вещи, которые в любом случае мы себе сначала представили. Да? Представление — это не бихевиористический концепт, но создание и наблюдение результатов нашего поведения, а все, что вокруг вас — это результат поведения людей — это вот то, что вы сказали, бихевиористы, отличает нас от всех других живностей, и это можно доказать, это объективно. Никто другой еще не сделал самолет, кроме людей. И заканчивая, подводя к концу мою лекцию, я хочу вам пожелать, чтобы вы от всей души представляли, желали, не боялись своих желаний и создавали то, что вы себе представляете, и реализовывали это. Удачи вам, всего хорошего!